23 ноября, а мы надежды не теряем, опять в лес пришли. И вот тут какое-то создание, похожее на белый гриб, пробивается к нам навстречу. Ага, сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет. Вот что он представляет из себя. Ну, пусть форма не идеальная, но зато вы посмотрите. Опа! Ножка какая мощная, да? И вообще, солидный гриб, оказывается. Ночью было холодновато, думали уже. В лесу ничего не найдем. Посмотрите, только вошли. Прямо на тропиночке. На тропиночке, на тропиночке. Вот он как раз и сидит, ждет нас. Ждет нас прямо на тропиночке. Опа! Молодцом! А вот еще. Мал, как говорится, да удал. Хорошенький. Хорошенький. Братцы, кролики. Опа, а это кто у нас тут еще сидит? Это у нас, похоже, дубовик крапчатый, скорее всего. Сейчас посмотрим. О, какой интересный экземплярчик. Так оно и есть. Дубовик крапчатый. Во всей своей красе. Типичный. Ой, смотрите, какой синий на срезе. Ой, красненький, синенький. Надо же, красавец какой. Все цвета тут у него представлены. Ноябрь. Вы посмотрите, какой вылез землепашец прям. Грязненький, но прекрасненький. Ой-ой-ой. Какой хороший. Вот тебе ноябрь. Молодец, ноябрь. Не смогла не показать после срезки. Вы посмотрите, какой экземпляр, да? Это вообще что-то. Да уж, ноябрь. Посмотрите, красавец какой. Ну, и солидного размера. Прекрасный гриб. Прекрасный. Ну, пара рыжечков сидит. Сейчас-ка мы посмотрим после срезки, что они себя представляют. Редко, когда рыжики еще не изъедены. Так их любят всякие черви и прочие создания. Ну, вот смотрите, что и требовалось доказать. Ну, неприятно, конечно, но вот опять, да, все три уже, так сказать, непригодны к употреблению. Какие же они привлекательные для червей. А вот... И молодая поросль еще растет кое-что. Посмотрите, молоденький, какой хорошенький. 23 ноября. Ага, декабрь стучится уже в окно. Но грибы не унывают. Очень хорошо. Чудесно. Ну, не случайно мы тут рады так, а? Посмотрите, не случайно, потому что мы опять кое-что нашли, и это кое-что выглядит очень неплохо. Для конца ноября, ну, очень неплохо. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит после извлечения. Вот так мы выглядим после срезочки, да? Ну, смотрите, великолепно. Как говорится, комар носа не подточит. Особенно, потому что комаров-то и не осталось. Ноябрьские ночи уже не для комаров. Так выглядит в Германии сейчас подавляющее большинство охотничьих
вышек, да, не нравится тут любителям природы охотничьи активности. Повсеместно уничтожаются, разрушаются охотничьи вышки. Вот так вот. Партия зеленых сильна в Германии, но это, по-моему, личная инициатива, а не партийная. Опа! А этот, ну, нехорош. Вы посмотрите, да? Вот это да, конец ноября. Вот это да. Если так дело пойдет дальше, мы и в декабре не успокоимся, ребята. Посмотрите, какой хороший. Ой, какая прелесть, прелесть. Вот так мы выглядим после срезочки. Ага. Ну, тут никакого намека на червивость нет. Черви уже ноябрьских ночей не выносят, похоже. То посмотрите, какой. О, классный какой. Супер. Супер. Но это уже занятно становится. Только мы располагаемся на пикничок, да, и в этом месте начинаются явления интересного характера. В прошлый раз я вам показывала, да, как небо наполовину было разрезано. А теперь посмотрите, как это выглядит. А? Надо же, параллельненько так это, так сказать. Надо же, ну вы подумайте, занятно. Как вы думаете, чему мы так рады опять, а? Ну вы посмотрите, вы посмотрите. Опачки! Вот это да! Вот это экземплярчик. Сейчас мы покажем еще в срезанном виде. Ой-ой-ой-ой-ой, ну вот это экземплярчик. Это хороший экземплярчик. Повод. А вот мы в срезанном виде. Неплохо, да? О, как хорошо. Похоже, в ноябре червячки-то уже все неактивны. Посмотрите, какое хорошее качество. Опачки, прекрасный грибок, прекрасный грибок. Смотрите, что здесь стоит. Надо будет посмотреть, как он по-русски. Это какой-то мусорный или как-то он называется, съедобный гриб, да, вы знаете. Только употребляется он, когда совсем молоденький и еще не потемнел, да. Надо будет посмотреть точно, как он называется. Это мы уточним дома. А посмотрите, еще один землепашец, а? Пробивается к кому? Ну, к нам, конечно, навстречу. Ну, ребята, если так дело дальше пойдет, в декабре будем открывать опять грибной сезон. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит в срезанном виде. Извлекли, посмотрите. Ну, чем не хорош? Опачки, вот это да, вот это качество. Ноябрьское качество, знак качества можно ставить ноябрю. Ну, спасибо, ноябрь уходящий. Смотрите, как быстро темнеет внезапно в лесу, да? Вроде только сейчас светло было. И вот вам, пожалуйста, уже. Не пора ли нам пора? Опа. А то мы сегодня, по-моему, без освещения. Но зато с добычей. И неплохой.